Приветствую вас на канале Мыло Опт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по созданию мужского крема для бритья. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Кремообразная мягкая мыльная основа, эфирное масло миндаля, пищевой краситель синий, витамин А, облепиховое масло, цикламетикон, твин 80 и тританоламин. Я взвесила 50 граммов мыльной основы и сейчас буду взбивать ее миксером. Я взбила миксером мыльную основу и сейчас буду добавлять туда остальные ингредиенты. К мыльной основе я добавила такие ингредиенты. 2,5 грамма масла кокоса, 2 грамма цикламетикона, 2,5 грамма тританоламин, 2 грамма твин 80, 5 капель витамина, 20 капель красителя и 20 капель эфирного масла. Теперь я снова буду взбивать эту смесь и перекладывать в баночку. Такой крем для бритья у нас получился после взбивания всей смеси. Напоминаю, что все ингредиенты для создания этого крема для бритья вы можете найти на сайте Мыло Опт. Благодарю всех за просмотр и всем пока!